Авария с перевертышем произошла на перекрестке улиц Чернышевского и Мужества. ДТП попало на камеры уличного наблюдения. Грузовичок выехал на зеленый сигнал светофора, но его не пропустила иномарка. От удара тяжеловоз опрокинулся на бок, да так, что после этого его протащило несколько метров по асфальту. Что он перевозил, неизвестно. Скорее всего, продукты, судя по коробкам. Их после аварии рабочие перекинули в подъехавшую машину. Досталось и «Тойоте». У нее разбиты передние фары, бампер и замят капот. Дорожные полицейские сообщили, что пострадавших в ДТП нет.